9 сентября по всей стране стартует всероссийский исторический квест 1944 «Дети Победы». Ивановская область не исключение. Историческая игра будет проходить в Шуе, Ильинском, Хованском и в других городах. В областном центре квест стартует на территории интердома имени Стасовой. На игру планируют собрать около 70 человек. Это 12 команд. 10 из них уже набраны. Игрокам обещают интересные задания, шифры и головоломки. Участником квеста может стать любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте волонтеры-победы.рф или связаться с координаторами нашего региона через социальную сеть ВКонтакте. Квест представляет из себя легенду, по которой советские солдаты во время освобождения Беларуси в Бресте находят письмо девочки и ее куклу. И вот участникам квеста по ходу, соответственно, прохождения станции, нужно будет найти эту девочку, передать ей вот эту куклу.